Йоу, Квик. Привет всем. Музыка не громко? Как дела, ребят? Ну ладно, пусть-то играет тихонько. Если лагать не начнет. Swap by... No, it's not by storm. We don't know who is matter. Корона, да, такое. Yeah. Absolutely right, Quick. Да, нет, вроде, Дмитрий Олегович. Просто что-то нос заложило. У меня от этой карты уже насморк, блядь. Где 300 еще? Где? Где 300? Какие 300? Где он их взял? Я думаю, надо играть AMD или что там вышло, там же это Elk Rocket серия вышла. Чё, она нормальная, Димон? Анха надо обогнать. А Анх, между прочим, занял топ-1 вроде как на всех стрейфах на ДФВЦ. Что там, картинка нормальная? Где твич-то? А, на задрот, это да. Согласен. Так, ну шо? Давай тогда эту посмотрим. Rocket серия 2. Ну да, красиво. Нормально, так сказать. Так, что у нас тут? Что, рампа там? Привет, Антон. Только кофе сделал, чтобы книжечку. Привет, Пус. Привет всем. Привет, Гимрок.
Очень странный старт. Что за порнстар этот, как она называется-то, блин? Какой-то порнстар есть, Рокетран такой. Я думал, это Слик. Это нечестно, он меня обманул. А там финиш, да? Что у нас тут? ВВ. Окей, чё, Димон, лид рейс? Чё, нет? Засал? А, да. Ну ладно, Димон. Map to practice plasma. Найди ту хардкор. Привет, хостовары. Yeah, maybe PR2 and try P plasma maps by Nick. The Genet Weeks. Здесь ты? А зачем делать даже? Вот это? Чё от него толку-то? Я так быстрее залечу, слышишь? Да, привет, шериф. Окей, no problem. Quick. Да ну! Он угорает, блин. Вот этот момент я тоже не понял, там улететь можно на раз-два. Да. Выглядит все очень странно на самом деле. Мне это не нравится. Воу, Сити! Йо-йо, thank you for sub, man. Thanks so much. How are you? I wish you don't sick.
Йоу, Болеро. Still alive. Yeah. Progress can die. Yeah, looks good. Jan Jan Scan, yo yo. Catching. Yeah, when this bot is here, we can't play duel. We need the NPT. Turn it off. Yeah, I know. Oh my god. What the fuck? Why we have this ramp here? Why? Oops. Okay. Never mind. Doesn't care. Yeah. What the fuck? I can't just get. Следующий не будем стартовать проще. А, не. Вряд ли. Тут вообще подозрительно вот это выдвинуто, видишь? Я не думаю, что это просто так.
Хотя, может, для ВК 3. Но в ЦПМ что-то я пока не знаю, я подумаю сейчас. Но пока не понимаю, как ее использовать. Музыка точно не громкая? Скажите нормально. Yeah, today's I will make review, make sure. Ты можешь убавить ее на 10%. Давай убавлю. Так лучше. I can complete it. Oh, I don't know. Понял, где еще 500? А надо там 800, надо секу считай. Так, подожди, изучаем геометрию карты. Есть у нас такая вот штучка. Мы в целом можем от нее попробовать отстрелиться. А может и нет. Он скоплит за экстра мап. Not bad, not bad. Extra is hard. Блядь, а как вылетать-то? Просто пиздарики. Что у меня с ГБ на 180? Что с ГБ на 180? Да, чуть не очень. Как картинка, кстати, нормально там все? Не распадается на мелкие кусочки.
Да все ок. Ну ладно, пус, смотри, я тебе верю. Сейчас Димон уже догонит, надо бить карту срочно. Ну а вот так вот, Димон, вот тебе вот. Ой, я забыл, кстати, включить. Йоу, Сас, а можешь выпилить бота, пожалуйста, дуэльного, который по куче? Привет. С канала, чтобы его не было здесь. А то пацаны хотят дуэль поиграть, а им пишут рейтинг. Типа, дуэльный в каче, лол. Чат-бот запустится. Каспер спалился. Смотрел, кстати, если ты тут все еще, если меня не обманывает мой показатель вьюверов. Я смотрел недавно, по-моему, позавчера ты играл в каче. Что-то там про ошибки названия было. И, короче... ты там челика так разъебал жестко, что-то я аж охуел. Как народ новый дум? Не знаю. Я не, не я только этот смотрел. Тизер вроде мы только смотрели. Да, огонь. Ну хорошо, хоть где-то Bethesda не обосралась, так сказать. Если это Bethesda делала вообще. Eternal, да-да-да. Может, меня начнет подкидывать нормально? Чё за бред? Там есть гейские одежды для Дума. Ха. Стас, Стас, ты тут? Ты слышал, что я тебе говорил? Стас, Стас, потишка, Стас. Вас не начнет нормально подкидывать, запускайте AMD. Ой, все. В AMD тоже надо, чтобы подкидывал, Димон. Тут надо рек поставить. Блин. Блин, 32. Позвонили. Я говорю, можешь, пожалуйста, выпилить бота, который показывает дуэльный рейтинг в КЧ? А то ребята хотят поиграть в дуэли, типа, на, ну, в чате. А показывает им дуэльный рейтинг вместо команды дуэли бота. Этот Кэдди... Кэдди робот, да, или как его?
Что? Че вы на смайликами издеваетесь? Да, только дуэль мешает. Ну то я не знаю, если можно поменять ее, типа команду, чтобы она, не знаю, как-то по-другому. Дуэлька честь сделать. Если можно под определенный канал команду сделать. А то он, я подозреваю, на многих каналах стоит, как бы. Да и в КЧ я не играю. Еще одну механику какую? Это связано с зергом. Окей. Ты запиши, не забудь, я все записываю, все идеи. А, окей, спасибо. Спасибо большое. Ой, слэп, а чё ты не сказал? Илья, или ты говорил команды, но я не это. Я обратил внимание. Хуя там. Надо запомнить. Хуя вы там рофлите, конечно. Обменивается микровыми стухен. Ууу, Димон. Ебать ты, Димон. Не ожидал я, конечно, от тебя такого. Базуку одну. Ой, блядь. Я даже посмеяться не могу нормально почему-то. Куда рокет спиздили? Ha ha ha.
Цыгане, да, внутри. На краях? Ну, не знаю. Я хочу нормально пройти Димон без вот этой всякой фигни. Без прыгания по рампам, блин. Без багов этих. Жаль, обратно нельзя забраться. Лол. Че, на них стоять спокойно можно, да? Ну, блядь, Димон. Как всегда, Димон, бля, буду банить нахуй тебя. Так а будет ли быстрее, слы? Тебе что-то подниматься медленнее? Ну вот именно, что может и не будет, ты считай ракету там не дашь себе, то есть ты вылетаешь, грубо говоря, 1900 даже максимум. Ну ладно, 2000 ты вылетаешь, а я с 2200 лечу вниз и еще быстрее поднимаюсь. Ну не знаю, я не хочу даже тестить, мне тупо это уже не интересно, блин, фигня это. Я хочу нормальную карту поиграть. Ну, по большинстве же таких рамп можно прыгать, если там клип не сделан. На улице без маски нельзя, у меня маска по дефолту идет. А у меняться? Чё? Очень интересно, да. Расскажи, Антон, как у тебя дела-то хоть? Да, у тебя, Антон. Тебя, Антон. У Димона все заебись. Трогает базуки. Ну серьезно. Чё так плохо-то?
Как с DF2? Я не знаю, я вам скинул. Буду ждать. Сборочку сделайте, постримлю сразу. Ну, может, не сразу, смотря когда сделаете. Ну да, я помню. Да пока пусть без сервака хотя бы. Хотя бы то, что есть, просто людям дать уже потрогать. Блин, что так чуть-чуть совсем не долетаю. Не-не, надо перебить, Антон. Ну, почти. Давай. Как-то у меня это... Давно я, видимо, наперед не закидывал. Димон, купи ему подписку. Димон, ты аккуратней. Хуй-то дорогой, блядь, ты в секс-шоп заходил. Thank you.
меня уже этот звук, который ракеты, немножко раздражает. Элка хороший человек, да. Элка замечательный человек. Possible to skip the 2x after tele. Yeah, I think about it. Think it. Лола. Давай, Ата, удачи. Спасибо, что зашел. А скорость? А по идее, если успеваешь второй ракеты отцелиться от Синда, то скорость норм будет. Типа там же, чё, квадом. Ты разогнать можно? Нет, тут-то можно разогнать. Тут можно быстрее сделать. Ну, короче, я не буду этим заниматься. Давайте next что-нибудь. Я хочу писить. Деревня Москалёва. Шо, играем? My recent beaten. Как напишется? Не, чуть не хочу МД. Так, Элка Бэксайд. Бардак Весп. Петрикс Лаут. Ваурстки Шторм. Щит Слик Фор КПЛ. Слик Инф. Опа, РС-2 Жан РЛ. РС-2 Анрил. Ух ты, сука. Ну посмотрите на этого, а, бесстыжника. Сейчас подойду.
lost the lead. Какой бесстыжий, а? Двенадцати девять. Нормально. Так, я забываю. Speedrun 2 можно еще поиграть, но он такой, блядь, с этими рапами. Ну да, а чё там? А, даже так? Оффлайне быстрее? Почему? Надо оба вырубать. А, у тебя в оффлайне быстрее? Сколько у тебя? Давай демку найдем. Жан или РС Жан, как там было? РС Жан, по-моему, да? Нет. А, нет, да.
Я там скорость не потерял. Еще бы карту выучить. Было бы прям неплохо. Да, тут оба прям. Натуре. Ах ты, сука. В ту же секунду прям. Петродрайв. Ронтраве. Ой. Эта карта для ракет очень странная, я так скажу. Угу. Спасибо. Заскимить бы там этот угол. Типа вот так вот, да?
Какая странная карта это будет с кренами. Да, и чтобы все кнопки, чтобы все поверхности были кнопки для гранат. Блин, а мне этот роут не подходит, короче, он какой-то очень странный. Очень странный. Блин, эти резкие повороты, конечно, это такой ад, блин, для флоу, так сказать. Что, Димон, есть идеи? Конечно, потому что ты хочешь перебить. Ты не хочешь, чтобы я перебивал, да? Я все понял. Ты думаешь, я глупый и не догадаюсь? Это нормально, Димон. Это же дефраг. Тут никто не знает, что он делает.
Я не понимаю. Не понимаю. Так, ладно, в конце мы знаем, как делать. Осталось начало. Что она такая тесная? Аккуратнее, Димон, не подходи слишком близко, слышишь? Аккуратнее. Надо придумать, как этот поворот проходить. Вот этот, вот тут вот. Лол. Аккуратнее, Димон. Be careful. Yeah, close. По фрейму там снимай, подожди. Воу-воу-воу, Димон. Нет! Что за ловер? Thank you.
Ха-ха-ха, Димон. Очень неудобная карта. Прямо вообще. Что, Димон, плюсы есть? Вообще карта вообще неудобная. Просто, блядь, просто не для ракеты. Вообще. Абсолютно не для ракеты. Хорош. Ну давай. Что, борьба у нас с тобой на этой говнокарте будет? Ну-ка ты. Это получается... Тье! Тье! Что значит тье? Как будто чихнул. Тье! 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 Плюс 400? Ну, нормасик. Как раз на рекорд. Ну, давай, Димон. Борьба так борьба.
Сноу не выдержал напора. Так, Димон. Так. Аккуратнее. Тут еще все такие повороты, блин, дурацкие. Вообще. Абсолютно дурацкие. Ах ты хитрюшка, я все вижу, блядь. Ты хитрый. Чё? Мне твой тоже не нужен. У меня свой, который неплохо работает. Ну вот и все, завали. Нет, ты. Пошли за шкилу, ёпта. What do you mean? Please. Блиск фри энд. Блин, может next Димон, а? Она меня так достала уже. Давай ты хэдэ спидран. GGXR, йо. Thank for follow. Давай, давай. Пизду ее, короче. Пусть ее ВВ себе забирает. Жопу вообще. It's a defrag mod from Quake Free Arena. If you want to learn more, you can join to the Defrag server, Discord. I can give you... Что, ты с Тером проходил, Димон? Без Тер, окей.
Упс. Лол, серьезно, в конце дырочка? Пиздец. Куда лететь-то, я забыл. Пиздец, ты карту, конечно, выбрал, Димон. Yo, Nix. I'm fine, how are you? Thank you. Да, карта длинная. Длинная и узкая. Yo, thank you for following, man. Еще в эту дырочку попадать? Я врезался, Димон.
Димон. Не выдержал напора, так сказать, когда дышит в спину.55.1. Хуя! А сколько у тебя в офлайне, Димон? Четыре, окей. Ой, забыл карту. Йоу, Альфред Джудокус. Джудокус, thank you for follow. Thank you.
Что они хотят от меня, я не понимаю. Нет, тут есть Тер, но мы без Тера с Димоном. Тут, по идее, можно разогнать, ракет наперед накидать, там вот это все. Да, 400 теряешь на первом чеке. Такая она, конечно, уёбищная эта карта. Что за блджампом-то? Я за что цепляюсь? Yo, thank you for follow.
Щит. Как мне нехуй делать было в Хантом Ассиске, что я эту карту дрочил. Да, лол. Ну она веселая, типа. Клан ебень. Да, потому что хоста с ракетой, да. Как и киселька, типа. Да блин. Я хочу КБ сделать. Ставит банку на спинке на спину, лол. О, привет, Сангас. Мы тут дрочимся. Не потому что карта классная, а потому что Димон вызвал меня на бой. Да-да, типа того. Блядь! Пиздец! Ну-ка, подождите, я тоже хочу.
И батю, конечно. Перка перед лицом, что? О, Рантрейв дарит Вуди в подарок. 54,5 у него. Ну-ка, есть тут интересное, типа... Вуди пьет колыбельную для Рантрейв. Я, короче, хочу... чтобы появилось, что когда Рандрейв пишет Резин Слип, когда Рандрейв пишет Слэп Вуди, чтобы ему было, что Рандрейв скидывает сборку DF2. Вот что я хочу, чтобы было. Что там по сборке, кстати, когда будет? Там вроде все готово. Я такой символичный телепорт сделал. Из сервера можно просто хотя бы, чтобы дать людям потрогать, так сказать. А, Туманчик. Привет, Вилтрокс. Да пока со Слопином хотя бы, хуй с ней с этой СТ2. Я уже так давно им... обещаю эту сборку. Пусть Слопин будет. И Слопин должен починить. А что со Слопином? То что? Под могилу, нихуя. Пиздец.
Не, не уже мшье. Рыли. Рыли, копали, Димон. Так, а чё в слопине чинить? Да нормально вроде все. Ну зайди посмотри, там в проекте то, что я скинул сегодня, там есть слопин вот готовый. Правда, я не уверен по поводу расположения рефлекшн сфер, потому что я не особо понимаю. По крайней мере это. Да, и спиды добавить обязательно надо. Ну хейст можно типа так, как-то просто к плеер старту прикрутить, что это изменение скорости. С хейстом, смотри, 416 я бегу. Сколько? Димон, Димон, сколько хейст, хейст, сколько? Хотя, Андрей, может код, наверное, посмотреть. Да, 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 можно просто добавить пока так. Без всяких этих значков хейста там. Вот столько. Привет, Дивок. Хотел добавить, чтобы в DF2 добавили, показали здоровье. То да, не, это будет все. Это все будет. Мы ж пока это. Даже пока при альфа. Здоровье некуда тратить. Да будет, будет. Я думаю, что это не проблема. Просто пока это как бы не главная, так сказать, задача. Димон, я рядом. Минус Зорн. Разве что на коронавирус, да. Yo, thank you for follow. Thank you all. Мне старт твой не нравится, ой, как не нравится. Спасибо. А чё не нравится? Карота. Плюс рокет? А чё тебе не нравится плюс рокет? Так чё, рандрайв? Ещё плюс рокет? В смысле? Ещё плюс рокет? Где ты его будешь сувать-то? Три четыреста, что ли? Yeah, still amazing. Рандрайв, рандрайв, что там, что по сбору? Можно пока забить на СТ1 вообще.
Ой, на СТ2 точнее. Хуй бы с ней, с этим туманом можно потом это доделать. Давай к собой доделаем вместе со спидами туманчиков. Давай, ладно. Ну, если что, пиши, короче, я прям это... Я прям рейди. Я пока свою карту буду доделывать другую. Поинтриговать. Кого, шерифа поинтриговать? Читер ёбаный. Шиви его просто потриговать. Hello. Музыка лагает, да? Что шериф? Где шериф? Троки добавил. Скорость 100 600 арта. Да-да, естественно, я вижу. 600 терял на ровном месте. Пошли читы. Так, где там? Вот тут, да? Лол, почти, почти. Регулярно причем. Шо, шериф, когда этот... туман починим. А то мы вчера с Андреем сидели этот атмосферик фок. Попробовали, который хай. Он что-то не это, не алё. Что с музыкой-то? Это трек такой корявый или чё? Ну, когда? Вот в чем вопрос. Мы хотим в субботу сборку. Нормально будет? Чтобы я вот как нормальный разраб такой, типа, пацанам всем сказал: все, ребят, в субботу в 6 по Москве, например, все. Стрим, и мы раздаем сборку, и потазываем все, и стримим. Завезем туман на фурах. Да блин, с хейстом это ГБ такое, конечно. Туманное говно или что?
Так, у меня музыка, короче, начинает глючить. Все, без музыки, значит, сидим. Серьезно? Начинается тот самый момент задротства карты, когда начинаешь въебываться абсолютно во все. Серьезно, ну что началось-то? Серьезно. Очень классно. Ну, ёпта. Привет, Венгер.
Тут надо спиной проходить, слишком много разворотов, а это чё? Ну давай, давай, проходи спиной, давай. А я посмотрю твою демку потом. Привет, Альмира. Привет, спасибо. Как тебе диабетикал? Виеботикал говно пока что. Посмотрим, что они сделают после патча. А что именно не так? Физика не очень. А, первый чек. Ну, пусть 120. Нормально. Я физику там вообще не чувствую, типа. Это очень плохо. Ой, все, Димон, отстань, не буду я твой стар делать, он неудобный. Ты дрочил, сидел неделю эту карту, дай мне поиграть. Да, Кек Чемпионс, чую. Я играю в Дефраг 10 лет, я физику везде почую. И почую, если оно говно. И в Рефлексе я чую, и в Арсу я чую.
Туман не чувствует, да. Даже в DF2 чувствуется. Кстати, да, в DF2 как раз таки чувствуется, несмотря на то, что возможно, могли бы быть такие проблемы, что она бы не чувствовалась. А она очень даже чувствуется. Эх. Привет, Катруф. Привет, Клосс. 081. Да чё первый? Первый вообще, мне кажется, не решает человек тут. Типа, есть он, и хуй бы с ним. Дальше решает. Вся дальше карта решает. Разъебал стены. Кто-то разъебывает стены, кто-то разъебывает Diabotical, кто-то разъебывает Apex.
А, блядь. Это, это Индер, да? Или кто это? Блять, что? Это Индра, да, спасибо. Ну что, что могло пойти не так, сука? Та, которая твой рек? А, типа Госта? В онлайне. Dev Ghosts. Автомод 4 должно быть. И Dev Ghosts. No Draw Radius. Ну, поставь 150 также. Что еще, Димон? Я не помню. Что-то еще было, по-моему. Автомод МП, может, мультиплеер типа один. Пробую, короче, вот эти команды за скрин. Я так не помню. Сам с этим гостом ебался какое-то время. Шо, Димон, страшно? Чё играть-то пошел? Да, есть. МП 0 должно быть. У меня есть при... МП 1. Чё 0-то должно быть? Привет, агент. Ну попробуй, если что, сейчас еще посмотрим. Най. Ну, так подрубить. Ты чё, ну Димон? В смысле, один, когда ноль? Димон, Димон. Thank you.
Блять! Боже! О, Интер догоняет, смотри. Ладно, может, я бы финиш хорошо прошел. Но чеки не самые хорошие, типа, ясное дело. Тут с хорошими чеками, наверное, тяжело дойти. Привет, Скалин. А ты чё, Скалин, без подписки? You know that feel, yeah. Чё, дырка эта обоссанная. И на финише, и на старте. Плюс 7, у меня плюс 2,4 чек. Пиздец. Бля. Ебаная вода. Просто пиздец. Ладно, ну я рискнул просто. В целом не очень было, я решил рискнуть. Блять. Я, короче, начинаю разгоняться, пиздец. Я сейчас, мне кажется, блять, не знаю, 53 поставлю. По итогу. Типа, я начинаю привыкать к этой карте тупой. О, капкур. Тридцать восемь. Я-то загнул, конечно.
Прыжок! Все, все, типа, запорол. Типа, знаешь, блядь, такой, иду нормально, и запорол все, а ща под... Yo, West. West Vessel. Хуя он там крутит. А, это этот Бетрикс крутит. Я думал, Индер. Пожадничал. Пожадничал.
классно. Сука. Я без подписки, потому что ебаный карантин. Я ни на работу, ни на учебу не могу съездить. Дома сижу. Все понятно. Сука! Сука! Самое смешное, что метро закрыли и сказали в общественный транспорт не более 10 человек. Теперь там как бычки в томате сидим. Ой, бля. Пароксизм. Ок. Нормально. Это не дефицитно, так потеть денег не дадут. А вдруг, дадут? Вдруг кто-то задонатит, вдруг. Вдруг кто-то подпишется. Гречка и туалетная бумага, да.
Не превышайте скорость. Ну ты их донеси, Беатрикс. Словить-то легко. Всем чистой жопы. Привет, Вайс. Если не покупать гречку, то элитная бумага не нужна. Пошли, пошли на народные мудрости. Ты, Димон, это не видел, да? Ты, Димон, просрал? Я смотрю, Гуру карта понравилась. Рокет подвал, да. Делаю твою крапиву. Рандом ТР. Да и рандом, Беатрикс.
Ой, мышка не повернулась. О! А ты говорил, Скалин, не заплатят. За старание. Спасибо, Геброк, большое. Спасибо. Блин, сейчас бакс 80 рублей стоит. Офигеть просто. Все для вас, ребятки. Саб 14. Ой, саб 54. Не саб 14, вам послышалось. Это я не про эту карту говорил. Ну-ка. Спрашивает номерок. Нет! Я думал, уже врезал. Я тоже думал, что я уже врезался на самом деле. Но каким-то чудом я спасся. Каким-то чудом я спасся. Что ты, Димон, будешь бить-то, нет? Да, такой рокетранчик.
такое. Кое-кто спалился, но я не скажу, кто это. Угадывайте, кто спалился в чате, быстро. Быстро угадали. Почему никто не пишет? Роботы, боты сидят, боты. Вели капчу, быстро. Капчу. Вор, он трэф не бот, все. Привет, Юджин. Лол. Плюс 700 чек был. И я тупо в ноль все просрал. Жестко. Ой, как жестко. Блин, он иногда прыгает там где-то два раза. Да. Это, конечно, не очень хорошо.
слу Димона, есть же еще третий ТХД спидран. Не хочешь на нем побывать? Он, по-моему, еще более уебищный, насколько я помню. Да-да, типа, ну, совсем не очень, типа, настолько, что его даже лучше не играть. Настолько он был не очень. Я был готов к этому провалу. Я прям видел, что я слишком близко буду, я не успею прожать физически, блять, это дабл джамп. Ха-ха-ха, 52 силы. Бля, у меня конфиги проебались. Типа Витерман говорит, надо бы получше. А, лол. Спасибо, Гимурок. Димон, заскринь это. Что Гетт говорит? Витерман. Ой, лол. Да. Привет, молочка. Фуди, все ясно. Holy Dreams, привет. А чё ненормально должно быть?
Привет, Эд. Давай, next. Вопрос по поводу авторских прав. В игре Деви есть срок годности на звук там модельки? Не знаю. Ну, это погуглить можно, я думаю. Too slow. Ну и сейчас уже заканчивать, кстати, будем через минут 10, так что это... Не думаю, что стоит начинать. Не, вряд ли можно использовать. Даже текстуры под авторским правом. Если Рентрейв тут, то как бы можно с ним пообщаться на эту тему. Всеми игровыми ресурсами надо читать конкретную лицензию, обычно не попадают под авторские права. Чё б не выдержал? Бля, 51 походу может, Димон. А где 51, там висок 50, да, скажи? 38 вряд ли, Димон. Ну, может, виз. Надо визу спросить. Ну так как родное, мы хотим сделать новое. Шериф предложил сделать, типа, просто пак-мод с оригинальными модельками, там, звуками и так далее. Но делать на основе оригинальных, типа, дефрагерских, это такое себе, мне кажется.
не совсем правильно, учитывая, что мы делаем как бы немножко иной уровень. Ладно, короче, все. Давайте, ребята, пойду я. Всем спасибо. Всем удачи. Спасибо Геймроку за поддержку отдельно. Спасибо за подписку Квику. Или, Сити Хабибу. И вот это все. И давайте, не забывайте стараться лучше. Увидимся, возможно, завтра. Может быть. А может и нет. Я не знаю. Посмотрим. Смотря как устану. Все, ребят. Всем удачи. Всем пока.